Васиши Горнитайки, Шрила Прабхупад Патик Паванаки, Нитай Гопримананди, Ом Намо Бхагавате Васудевая. Рад вас видеть. Я бы хотел прочитать сегодня третий стих 14 главы Бхагавад-гиты. Глава называется «Тригун материальной природы». Санскрит. Мамаю нир магат брама тасмин гарбхам дадам яхам самбава сарва бутанам тато бхавати бхарата. Перевод стиха. Совокупность всех материальных элементов, которые называют браманом, является источником всего сущего. И я благотворяю этот браман, потомок Бхараты, позволяя всем живым существам появиться на свет. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь объяснена природа материального мира. Все, что в нем есть, является результатом соединения кшетры и кшетрабхи, тела и вечной души. Материальную природу и живое существо соединяет вместе сам Верховный Господь. Махататтва – это совокупная причина космического мироздания, и эту совокупную вещественную причину творения, содержащую в себе тригуны материальной природы, иногда называют браманом. Оплодотворяя совокупную материальную энергию, Верховный Господь дает начало бесчисленным материальным вселенным. Эта совокупная энергия Махататва названа в ведах Браманом. Тасмат этат Брама намарупам анам чаджаяте. Мундака Упанишат 1.1.9. И Верховный Господь оплодотворяет этот Браман с именами живых существ. 24 элемента – земля, вода, огонь, воздух и так далее. Все это материальная энергия, называемая Махат Брамой, великим Браманом, то есть материальной природой. Над ней, как было сказано в 7 главе, стоит другое, высшее начало, живое существо. Это высшее начало соединяется с материальной природой по воле Верховной Личности Бога. И впоследствии материальная природа порождает все обусловленные живые существа. Скорпионы откладывают яйца в рисе, поэтому иногда говорят, что скорпионы рождаются из риса. Но причиной их появления на свет является не рис. На самом деле яйца откладывает самка скорпиона. Аналогично этому материальную природу нельзя считать причиной появления на свет живых существ. Семя жизни дает Верховный Господь, поэтому живые существа только кажутся порождением материальной природы. Таким образом, каждое живое существо получает определенное тело, созданное материальной природой, в соответствии с его кармой, чтобы наслаждаться или страдать, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Но изначальной причиной появления на свет живых существ, населяющих материальный мир, является Господь. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшуру Намиритам Гейна Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобхиштам Стапитам Гейна Бутале Своям рупа када марьям дадати сва падантикам панча калпа карупеща рибасиндубья эвача патитанам бхаадебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шервайта гададхара Васади Гаурабхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Еще раз текст. Мамай нир махат брама тасмин гарбам дадам яхам самбава сарва бхутанам тато бхавати бхарата.
Совокупность всех материальных элементов, которые называют Браманом, является источником всего сущего. И я оплодотворяю этот Браман, потомок Бхараты, позволяя всем живым существам появиться на свет. Одна из главных иллюзий этого мира заключается в том, что его обитатели не видят, скажем так, тонкие вещи, тонкие причины каких-то событий, ну и что говорить о тонкой причине самого мира, духовной причине. Хотя мы видим, что дома строятся, сначала их проектируют. А откуда проект берется? Из интеллекта. Потом потихонечку это превращается в дерево и так далее. Иногда видишь дома, которые явно не проектировали. Какие-то новостройки. Входишь туда и понимаешь квартиру, да, и понимаешь, никто его не проектировал. Интеллект не участвовал. Не было тонкой причины. Но если взять в целом жизнь космоса, то он устроен удивительным образом. Не просто видно причину, а космос сам себя обновляет. То есть мы рождаемся снова и так далее. Эта система, которая однажды была запущена, работает все время. Мы до сих пор не смогли ее до конца испортить, эту систему. Хотя мы гробим свое здоровье все время, в генную какую-то инженерию люди влезают и так далее. Но тем не менее, до конца еще не испортили. Есть подозрение, что когда уж как-то вот дойдут далеко, просто все выключат. Есть много фантастических по этому поводу всяких произведений. Оп, и все. Прилетели инопланетяне, нажали на кнопку, электричество выключилось. Просто в Петербурге отключить электричество. Что там? По-моему, если мне один рассказывал, человек в МЧС работающий, через день коллапс начнется. Потому что из туалета все полезет, насосы перестанут работать. А как вы будете жить? Может, у вас свечка есть на вечер зажечь, но если там все лезет, никуда не выходит. А куда вы здесь, под какой кустик? То сразу поймают, арестуют. Стоять, штраф, хулиганство. Итак, это проблема, что мы не видим тонкие вещи. Почему? Каждый в этом мире концентрируется на объектах материального мира, на объектах, которые он, от которых он ожидает удовольствия. Мужчина на женщинах, женщины на бриллиантах. Еще как-нибудь. Мы концентрируемся на внешних вещах, на вещах, которые очень близко к нам, у носа, что называется. И из-за этой очень сильной концентрации на материальные объекты мы не замечаем причины. Мы не замечаем то, что за этими объектами стоит. Это проблема привязанности. Именно поэтому веды говорят, что привязанность – это плохо. Вот в чем суть как бы негативных последствий привязанности. То есть вы привязываетесь к чему-то. Проблема в том, что вы из-за этого не замечаете чего-то дальше, чего-то больше. Как Остап Бендер говорил, да, я искренне и бескорыстно люблю деньги. Все, дальше не видит человек. Обусловился. Как вот там, он миллион, у него цель была миллион, дальше миллион он не видел. Помните, он получил миллион и как-то вот все, жизнь дала трещину. Все. Оказывается, дальше миллиона тоже что-то есть, а я об этом не думал. Я уходил грустный. В конце концов, миллион забрали у человека. По-моему, на таможне, на финской. Финны забрали у него миллион. На румынском. Ну, в общем, где-то там. Каждый концентрируется на объектах этого мира, ожидает в них удовольствий и удовлетворения собственных желаний. Так действует главный иллюзионист этого мира, Майя. Как действует иллюзионист, фокусник? Он концентрирует ваше внимание на чем-то, не имеющем отношения к его фокусу. В это время другая рука делает то, что нужно. Как известный фокус, вы берете бумажку, сжимаете, перед человеком, вот смотри, бумажка. И в один из этих разов вы просто выкидываете бумажку. Но человек концентрируется на руке, не на бумажке. Причем вот на этой руке, смотри сюда. Там, сюда. О, уже нет бумажки. Вау! Илья Ларионов показывал этот фокус моей дочери. Но она его перехитрила. Там была зеркальная стена, она его так повернула, чтобы ей было видно, что он там руками делает. И она не на руку смотрела, что там в зеркале. Ага, попался. Но это детский фокус. Есть очень серьезные вещи. Раз, и вагон исчез. В России деньги исчезают.
Такая богатая страна, деньги исчезают. Вагоны прям, вот как-то у нас так построено. Где-то еще что-то исчезает. Лес исчезает. Приезжайте в Сибирь, нет леса. Исчез. Фокусы. Итак, главный иллюзионист Майя как бы умело отвлекает наше внимание на второстепенные вещи. Это ее служение Кришне. Это ее задача – отвлекать внимание живого существа от по-настоящему важных вещей и концентрировать его на движении рук, грубо говоря, на том, что не важно для ее фокусов. То есть ее задача в том, чтобы мы смотрели фокусы. Жить за жизнью. Жить за жизнью. Она меняет антураж, меняет декорации, меняет, знаете, как несколько костюмов сменяются за одно представление, да? И так и Майя действует. И живое существо просто приковано к второстепенным вещам. Ух ты, я. Ну, может, сейчас я узнаю, где бумажка в этой жизни. Ну, ладно, не плюс следующий. Ну, еще, ну, еще, ну, еще. То есть главная задача – скрывать от живых существ абсолютную истину. Очень успешно справляется, смотрите. Очень мало кто об этом задумывается. Бхагавад-гита что говорит? Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Едва ли один. Настолько хороший фокусник. Джанма, мритью, дарав, ядхи. Со всеми этими страданиями, рождение, смерть, старость, болезнь, абсолютно все сталкиваются, независимо от возраста, независимо от страны проживания, от пола, от нации, все умирают, рождаются, и все это происходит со страданиями, с проблемами. Никто об этом не думает. Все думают только о деньгах. Вещь, которую легче всего потерять и легче всего приобрести. То есть очень неважное. Здоровье гораздо труднее приобрести, чем деньги. Не говоря уже о времени, предположим, о знании. Можете пойти в институт, кучу денег заплатить, ничего не получить. Никакого знания. Абсолютно ноль. Если не выходит из института, ноль. 5 лет еще нужно как-то его это, ну, обучать, как работать. Бухгалтером каким-нибудь. Хотя он 5 лет учился. Ничего не понятно. Так действует Майя. Она отвлекает от истинных проблем и от истинной цели жизни. Оставляя нас концентрироваться на этих 3 веточках, 3 деревьев, которые рядом с нами, мы в них заблудились. 3 гуны материальной природы. Страсть, благость и невежество. Надоело вот это, новая картинка из 3 гун. Как Прабхупада говорит, 3 умножить на 3 – 9. Уже разнообразие. 9 на 9 – 81. Ого, уже сколько всего интересного. 81 на 81. Ого. И так дальше. И все живое существо погружается. 8 400 000 форм жизни. Исследуй. Давай, куда тебе идти? Сиди. Акхентакур поет, да, что мы спим на коленях ведьмах Майи. И она показывает фокусы. Чуть-чуть-то, немножечко что-то, и она тебе фокус. Смотри, оп, ух ты, все, дальше спишь, нормально. Это ее служение, и она в этом плане профессионал. Она лучше всех нас. Еще никто не смог победить Майю. Она всех дурачит, ее фокусы невозможно раскусить. Невозможно. То есть, если у вас нет помощника извне этого мира Майи, помощника в виде гуру, в виде шастры, в виде саду, никогда не прощелкайте этот фокус. Так и будете в этом состоянии находиться. Может быть, даже иногда закрадется эта идея в голову, что-то здесь не так. Просто покажут следующий фокус. Поэтому иногда говорят, что духовная жизнь начинается не с веры, а с сомнения в фокусах Майи. То есть я начинаю сомневаться, что-то мне вот вроде, ну, разнообразие-то нет реально. То есть реально-то вот одно и то же все в жизни. Просто с разными названиями и так далее. Люди, которые много путешествуют, видят это. Все одно и то же. Сейчас вообще глобализация. Везде один и тот же Макдональдс. И причем они так устроены, что вкус должен быть одинаковый по всему миру. Должен быть. То есть у них картофель выращивается только в одном месте, для всего мира. Он должен быть определенного размера, определенного вкуса, определенного сорта. Вы не можете купить картофель здесь, в Петербурге. Нет, вы должны заказывать его из Америки. Потому что все должно быть стандартизировано. То есть так легче бороться с иллюзией внимания с помощью глобализации. Это хорошая вещь, оказывается. То есть философски это помогает. Везде одно и то же.
Главная задача иллюзиониста, да? Отвлечь внимание от по-настоящему важных вещей с помощью спецэффектов. Это то, что делает Майя. Можно привести пример с кинотеатром. Да и просто с театром. Если вы идете в кино, самый главный элемент в кино какой? Темнота. Иначе вы не вживетесь. То есть любой фильм построен по простому принципу. А если это взрослый фильм, должен быть мужчина, должна быть женщина. Потому что если не будет женщины, женщина не пойдет. Ей не с кем себя будет это действительно. То есть иллюзия не сработает. Ну не может женщина себя с Арнольдом отождествить, что вот всех убивает. Нет, нужно она себя отождествить с героиней, которую этот Арнольд спасает. Вот это я, да, нормально. Вот такого думаю. Мужчина не пойдет на фильм, где нет мужчины. Ну что там, как мозг взорвется же. Через 5 минут этой беседы. Надо какого-нибудь такого, ну, нормального мужика, с кем можно себя отождествить. Если это детское кино, должны быть дети. И собачки. Собачки нравятся абсолютно всем. Собачки и котики. Все. Разнообразие закончилось. Голливуд давно это понял. Мужчина, женщина, собачка. Все, фильм на ура. Ну, кишки, как бы, это уже, ну, спецэффект. Когда идет фильм, если вы включите свет, вы не сможете погрузиться в это дело. Не сможете. YouTube сейчас ввел эту вещь. То есть можно переключить на ночной режим. Они наконец-то поняли, что если все будет черное, легче будет смотреть людям и погружаться в эту ситуацию. Раньше не все белое было на YouTube. Сейчас мне недавно сказали, давай включим, будет лучше. Ладно. Приходите, садитесь, выключается свет, и вы погружаетесь. И вы в экстазе потом, да, классный фильм, я погрузился на час, все, как бы. Прошло, ну, какая-то депрессия или еще что-то, ну, в другом мире побывал человек. Я однажды в детстве пошел в как же это, видеосалон. Помните, да, по рублю? Там заходишь, даешь рубль, там комната, табуретка, на ней телевизор, на нем видеомагнитофон, и ты сидишь, смотришь. Сейчас невозможно такое представить. Но я попал в какой-то инновационный видеосалон. Нанотехнологии там были. То есть там не было телевизора, там был экран, а на потолке проектор, который проектировал на экран картинку. И кино было такое скучное. Я не смог себя с ним отождествить, начал оглядываться по сторонам. Обычно как-то фильм должен затягивать, и ты не смотришь, что, где, как происходит. А тут вот он какой-то совсем был скучный, я стал оглядываться и посмотрел, откуда идет картинка. Посмотрел на этот проектор, увидел, что проектор, там три лампы. Да, red, green, blue. Красный, что там, зеленый, да, и синий. Я был в шоке, на самом деле. Вот оно кино, что ли? Три цвета? А где кино? А где вот все? Вот это вот кишки? Все эти события? Как же? Нереальность? Я ушел на самом деле. Он и так был неинтересный, а тут вообще моя вера в кинематограф была убита полностью, потому что три цвета всего. Но на самом деле это тот мир, где мы живем. И так, поскольку мы находимся во тьме невежества, вот она, фишка Майи. Выключи свет. Ни в коем случае никогда не получай духовное знание. Никакой Бхагавадгиты. Не-не-не, это все мракобесие. Это все опиум для народа. Абсолютно вообще. Никогда. Не-не-не-не. Что интересно, люди сейчас могут креститься правильно. Не двумя, там, тремя. То есть они уже знают, но Библию никто не читал. Удивительно. То есть кино продолжается просто с таким религиозным антуражем, по большому счету. Мы можем кантималы нацепить, Бхагавад-гиту не открывать ни разу. Кино продолжается. Ты по-прежнему во тьме невежества. Потому что когда Кришна описывает благость, он описывает только ее одним словом – знание. Если у вас нет знания, вы смотрите фокусы. Ну, может быть, это религиозные фокусы мои. А ей все равно, что показывают. То есть какой вам антураж нравится, такой она и покажет. Если вам нравится религиозная, ну, сцена с
со всякими атрибутами, кресты покажутся, как Голливуд. Кому-то нравятся кресты, пожалуйста, вот вам крест, и все, все убегают эти зомби. Ух ты, здорово, работает крест, работает. Можно просто повешать, и все. И нормально. То же самое про кантибалы можно снимать, просто мы не так популярны, как кресты. Как-то на этом деньги не сделаешь, а вот как кресты всемирно распространены. Но у нас тут свои какие-то вещи есть. Еще раз, самый первый момент, который человек должен сделать, это включить свет, чтобы увидеть, что это фокусы просто, это не реальность. Включить свет, начать получать духовное знание. Это именно то, чего майя не дает сделать человеку, всячески. Всячески не дает. Еще раз, мы можем даже религиозными людьми быть. Прабхупада пишет одну очень интересную вещь в Бхагаватам. Капиладев описывает различные виды преданного служения. Говорит, что бывает преданное служение страсти, благости и невежества. То есть не преданное служение, скажем так, а преданный, находящийся под влиянием той или иной гуды, естественно, его служение окрашивается этими гудами. Прабхупада пишет в комментарии, что все эти три вида служения, благости, страсти и невежества, это способ продолжения материального существования. Ну, вот такой религиозный у вас вот фокусы. Вот такие вот. Вот вам нравится вот с этим. Хорошо, пожалуйста. Но ненависть, зависть, злоба, невежество, все это остается. Все это остается. Такой ритуализм. То есть просто включи свет, кино уже не будет таким привлекательным. Солнышко всходит, и уже нет тумана. Туман рассеивается. А в тумане все такое. Солнце зашло, оказывается, нет ничего. Ничего не страшно. В детстве бегали, да, из туалета в кровать? Туда дошел и побежал. Ну, сейчас поймают сзади тебя. Даже в моем детстве, хоть не было всех этих фильмов ужасов, там про черную руку-то я знал уже. Все же про черную руку знали. Сейчас молодежь не знает про черные руки. Я уже знал свои там лет 5-6, мне уже рассказали, что жизнь не так проста. И что тебя поджидают в темноте, и под одеяло побежал. Как будто и под одеялом на тебя не достанет. Но вот как-то вот хорошо себя чувствовал. Это очень важный принцип. И на самом деле даже материальное образование здесь не помогает. Каждый день умирают сотни, тысячи людей, умеющих читать, писать, зарабатывать деньги, умирающих в полном невежестве, рождающихся снова животными. Никак материальное образование не спасает. Когда Шрила Прабхупада ругал ученых, ругал систему образования, он ругал не за то, что ученые что-то изобретают. Пусть себе изобретают, мы пользуемся. Он ругал их за то, что они скрывают Бога. Скрывают главную причину. Называют законы своими именами. До Ньютона яблоки не падали, да? То есть все, он изобрел, и вот началось с него. Вот Ньютон какой. Нет. Это закон Санкаршина, Бхагаватам описывает. Санкаршина он описывает. Он отвечает за эту энергию. Он соединяет и разъединяет планеты и так далее. Он удерживает все. Вот изобрел Ньютон. Бхагаватам давно уже написан. Может, прочитал, правда, что? Поэтому важнейшая задача общества является просвещение человека. Просвещение дает человеку способность отвечать на самые важные вопросы своей жизни. Кто я? Для чего я? То есть какова моя цель? И как этой цели достичь? Невежество означает, я не знаю ответа на эти вопросы сейчас. Кто ты? Я Вася. Зачем ты? Вот какова конечная цель, какого конечного достижения твоего тела, Васи? Смерть. Грустно. Как сделать? Ну, побыстрее повешайся тогда уже. Приди к цели. Так многие делают. Однажды человек решает, что как-то вот это представление о себе очень скучное, грустное. Дай-ка я повешусь в конце концов. Быстрее цели достигну. Зачем мучиться? Хотя вроде читать, писать человек умеет. Но реально не просвещен. То есть он не может отвечать на эти самые важные вопросы. Это то, что дает шастра как раз. В любой своей жизненной ситуации, а жизненные ситуации всегда будут меняться. И у этих перемен есть очень простая причина. Кришна хочет научить нас
находить ответы на эти три самых важных вопроса в любых жизненных ситуациях, в любых абсолютно. То есть всегда оставаться в знании, всегда оставаться просвещенным. Безусловно, еще раз, читать, писать важно. Нужна элементарная грамотность. Бхагавад-гиту не прочитаешь без нее. Тут никуда не денешься. Но еще раз, умирает столько людей, умеющих читать и писать. И умирает как животное. Полный невежество. В страхе. Человек не должен умирать в страхе. Он должен понимать, что я вечен. Что все продолжается. Просто этап такой. Как Бхагавад он описывает, что солнце каждый день убивает материалистов во время захода. И у людей есть это ощущение, вот пролетело. Особенно в дни рождения. Особенно женщинам, да? Где-то после 40 уже так грустно становится. Что-то, ну, день рождения, что ж такое-то? Опять сколько ж можно? Что-то новое появилось у меня. Но дальше Бхагавад он говорит, а для преданных нет. Преданных каждый день к Богу приближают. Преданный не умирает со страхом. Если по-настоящему преданный, если он просвещен, не в невежестве. Находясь в невежестве, мы отождествляем себя с телом, поэтому, когда какие-то неблагоприятные перемены с телом происходят, мы в депрессию впадаем. И если взять ведическую культуру, то именно способность задавать и способность находить ответы на эти три вопроса отличают человека от животного. Животное не спрашивает эти вещи. Где еда? Где еда? Где еда? Где еда? Есть, есть. Это животное. Еда, 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 еда. Поспать. Это домашние животные. Такие животные на улице, как и вот у них нет идеи поспать, лишь бы не умереть, поесть где-нибудь найти. А домашние поел, иногда прямо не лежат около вот этой своей кормушки. Перевернулся обратно, лежит. Особенно эти коты кастрированные, знаете, не полностью, вообще какая бы то ни была цель жизни потеряна. Все. Меня и все, он просто толстеет. Иногда ножки уже животом подходят. Просвещение подразумевает способность философски размышлять над своей жизнью и происходящими событиями. Философски означает уметь отстраняться. Смотреть как бы со стороны на эти все ситуации. Да, вот эта ситуация произошла. Обычно человек полностью в нее погружается и просто реагирует на ситуацию. Таким образом, может создавать еще более серьезную ситуацию в будущем. Ухудшать. То есть кто-то вам на ногу наступил, человек взорвался, его убили, предположим. Больше рядом такие какие-то люди сейчас очень злые ходят. Ну, все с пистолетами какие-то. Страшно. А так не взорвался, извините, отошел просто и все. Все живы. Философски подошел к жизни. Так нужно уметь подходить к любым ситуациям в жизни. Абсолютно к любым. Это то, что в принципе означает просвещение. И именно поэтому философия является древнейшей из наук. Сейчас мне могут возразить люди, занимающиеся естественными науками, типа физики, математики. Но без философии ваших наук бы не было. Она была первой наукой философии. Сколько лет математики? Сколько лет философии? Без философии математика не имеет никакого смысла, потому что смысл – это философия. Кто я? Зачем я? Как мне жить? Это философский вопрос, не математический. Сейчас одна из проблем заключается в том, что философию хотят убрать. Убрать ее, то есть просто математику оставить. 2 плюс 2 – 4, все, вот. У тебя 4 рубля. Зачем тебе 4 рубля? Потребляй. Что если люди знают философию, они не будут потреблять. Это будут творцы. Такие люди будут творчески относиться к жизни. То есть это творение Бога. То есть они будут очень объемно видеть окружающий мир. Но если человек не философ, его легко сделать потребителем. Просто работай побольше и потребляй побольше. И с каждым годом ты можешь потреблять больше. Да?
Вот вспомните, вот я свое детство вспоминаю. Сколько у нас там, ну, появился телевизор. Сколько он работал? 4 часа в день. Вот я помню. К вечеру. Что там, какое-нибудь кино? Какой-нибудь новости, ну, на час? Тут как-то там вот... Ну да, там такой вот песенка была, начало такой музыка. Ту-тру-тру-тру-ту, такой вот. Спокойной ночи, малыши, все, спать. Сейчас, ух, просто можешь сидеть весь день. А это только каналы, а YouTube, там тоже можно весь день. Я следил, как YouTube этот развивался. Сейчас там все, там само включается у тебя уже. Не так, что ты один ролик посмотрел и все. Нет, там само включится, покажется, тебе предложит и так далее, и так далее. Я недавно... ВКонтакте переписываюсь с человеком по поводу индийских виз. ВКонтакте. Включаю этот Google, ну, Chrome, это поисковик. Слово «В» набираю, он мне уже визы в Индии купить. Следит уже. Волочь такая. Все, пожалуйста, не думай ни о чем. Потребляй. Работай, потребляй. Работай, потребляй. Будь батарейкой. Это то, что происходит, когда из жизни человек уходит в философию. Философия. Когда человек перестает размышлять на эти три вопроса. Искать ответы на эти три вопроса. Итак, еще раз. Философия – это древнейшая из наук. Она самая важная. Именно философия, ну, скажем так, что веды предоставляют одну из самых утонченных систем философии. Можно... что угодно про Ницше говорить и так далее, но все-таки это бред иногда, полный. Я сдавал Гегеля в университете, это был бред. То есть это можно было просто заучить наизусть и рассказать. Там не было смысла. Я обычно люблю что-то прочитать и, ну, каким-то своим языком, что называется, изложить, поэтому я люблю лекции читать. Я так лучше понимаю. Взял что-то, прочитал, ага, вот так, вот так, вот так, и что-то у тебя в голове сложилось уже по этому поводу. Давным-давно мне посоветовал один мой старший преданный, читай лекции, ты будешь лучше понять философию. И вот это хорошо работает. Там невозможно было своими словами что-то изложить. Это просто набор слов был у человека. А это еще и перевод был. То есть я же не, как, на каком там писал, немецкий, что там, австрийский, как, не знаю. Это еще и перевод был, как переводчик это все, непонятно. И реально жалко его было. Это не философия. Философия – это наука, отвечающая на реальные проблемы жизни. Если взять веды, это идеальная философия. Идеальная. Очень разработанная. Для всех видов жизни практически. Женщины, есть истории про женщин. Философия с женской точки зрения, пожалуйста. Про детей даже есть. Даже дети могут понять философию ведическую. До определенного уровня, с определенной точки зрения. Да, есть какие-нибудь... что там, Упанишады, они для конкретных философов, то есть гиков, да, таких философских. А есть Пураны для всех абсолютно. Стрия, Вайшеста, Тхашу, Драка, говорит Бхагавадгита. Бхагавадгита – это Пурана, часть Махабхараты. И она для женщин, вот женщины частенько говорят, да вот, мы ничего не понимаем, слишком философская Бхагавадгита. Это для вас как раз. Стрия, Вайша, Тхашу, Дра, и для... менее разумных слоев общества. Это вот стрия это здесь, а менее разумные слои общества это вот с нашей стороны. Но это для всех Бхагавадгита книга. Абсолютно для всех. Это философию поймут абсолютно все. Итак, нам нужно учиться мыслить философски. Даже над обыденными ситуациями. Над очень простыми ситуациями. Если вы научитесь мыслить философски, даже на очень простые темы, вы сможете делать возвышенные выводы из очень простых ситуаций. Как Шрила Прабхупада это делал однажды. Комар сел ему на руку, он долго смотрел на него. Смотри, как удивительно. Его хоботок ровно той толщины, которая нужна, чтобы попасть в пору. Они же не грызут. У них хоботок, они раз находят пору просто. Там теплое местечко где-нибудь. Шея, за ухом. Им очень нравятся теплые места, они как раз у них радар такой на теплые вещи. Чем теплее, тем лучше. Так они видят вас. Кровь. Тепло.
У них своя система. Они просто и летят, и еду ищут. Это нам нужно много цветов, знаете, картины, чтобы красиво, еще и гармонично было. А им не важно, толстый вы, тонкий, тепло, кровь. Он прилетает, и он, его хоботок точно такой же, как ваша порная кожа. Удивительно. Он впрыскивает этот яд свой, чтобы вы не чувствовали, когда он вас кусает. А потом, да, чешите сколько хотите. Прощальный подарок. От комара. И никогда, смотрите, вот как его сделать? Совершенное творение практически. Они не ломаются, комары. Не попадают в катастрофы какие-нибудь комариные. Удивительно. Все это Прабхупада думал, глядя на комара на руке. О чем вы думаете, когда смотрите на комара на руке? Прабхупада вот так смотрел. Однажды он несколько часов подряд держал розы в руке. Вот такой не выкидывал, просто держал. Ко всему необычный такой подход, философский. Роза, смотри, какое интересное творение, удивительное. Каждая роза не похожа на другую. Каждая. Как так можно? Каждый человек не похож на другого. Отпечатки у всех разные. Представьте, нас 6 миллиардов. Или сколько у нас? 6? 7, говорят, уже, да? Отпечатки у всех разные. Как? Их тут несколько. Ну 10, 3, 20. У всех разные. Нельзя найти человека с одинаковыми. Даже ушными раковинами нельзя найти человека. С радужкой в глаз. Сейчас этим пользуются, да, телефончики. Можно открыть с помощью отпечатка. Есть телефоны, чтобы, которые реагируют на сетчатку. Потому что у всех разные. Ну, правда, можно фотографии приложить, говорят. Так что вы будьте аккуратны, если вы из ФСБ не пользуетесь этим. То есть это не очень секретно. Еще раз, философия учит действовать на основе возвышенных ценностей, а не просто отвечая на давление чувств, ситуации, желаний каких-то сиюминутных, которые все время плавают. Желания плавают все время, чувства плавают. Бхагавад-гита описывает это, что гуны все время плавают. Страсть, благость, невежество, то одна, то вторая на вершине. Это можно проследить, предположим, утром благость. Днем все бегают. Очень трудно спать днем. Замечаете? Все бегают. Ночью, наоборот, уже все выключаешь. Тамос. Есть какие-то большие вещи. Начался период Сатурна, человек в тамосе. Входит в депрессию. Начался период Юпитера, наоборот, хорошо. Здорово. Люди не думают, что это просто волны гун, просто волны кармы. Не думают, вот моя жизнь. Ты не имеешь к этому никакого отношения, это просто кино, которое тебе показывает майя. И ты думаешь, что это твое кино просто потому, что ты в невежестве, свет выключен. Задача бхакти, Кришна говорит об этом в 14 главе Бхагавад-гиты. Есть очень интересная фраза Кришны. Он говорит, когда ты станешь безразличен к просвещению, к просветлению и к невежеству, то есть неважно, какой у тебя период, какая гуна давит на тебя, что угодно, ты должен быть преданным. Ну, тамос, депрессия, ну, служи в депрессии. Что делать? Мой полы недовольным лицом. Когда достали все. У кого-то рядом другая гуна. Эй, полы. Но ты преданный, ты не должен от гун зависеть. Гуны тут при чем? Шрила Прабхупада даже во сне служил. Есть те истории, когда Сема Сунджа Прабху рассказывал эту историю. 10 часов они ехали в поезде, 10 часов Прабхупада надиктовывал комментарий, Шрила Сундара печатал на машинке, в 10 часов Прабхупада говорит, все, пора спать. Легли спать, выключили свет. 12 часов ночи, Сема Сундар, пиши! И не глядя, Прабхупада продолжил диктовать с того места, где они остановились 2 часа назад. Он не был в тамосе. Что нам нужно, чтобы... Ну, нам 2 часа не хватит в принципе, да? То есть, если мы ляжем в 10, нам будет 12. Ну, это будет что-то. Я квадратный, мир круглый, как нам вообще совместиться, непонятно. Что делать? То даже если выспишься, час в себя только приходишь. Прабхупада никогда не выходил из себя. Или другая история, ему делали массаж, и он отвечал на какой-то вопрос,
и цитировал шлоку из Бхагавад-гиты, на середине шлоки уснул. Пока Прабхупада не сказал «нельзя», ему делают массаж. Час будет спать, два не отпускал, значит, делаем массаж. Через час он проснулся и продолжил цитировать шлоку. Ну, тело отдохнуло, я-то здесь при чем? Я предан. Вот, вот очень интересный стих, что не должен преданный привязываться ко всем этим. Хорошо, плохо, я просто предан. Это означает быть стабильным преданным. В принципе, для этого это волны гуны предназначены. Тамас, а я все равно преданный. Сатва, преданный. Раджас тоже преданный. Куда меня ни кинь, я преданный. Не от гун надо зависеть. Так, для этого очень важно иметь философский подход. То есть уметь мыслить с точки зрения шастры, с точки зрения духовного знания. И даже какие-то мелкие события в своей жизни рассматривать с этой позиции. Тогда из даже мелких событий в жизни можно делать очень далеко идущие философские возвышенные выводы. Соответственно, получать возвышенный результат. Окружающий мир, как Кришна говорит в этом стихе, представляет собой соединение поля деятельности, это кшетра или материя, и живого существа, сознания. Это соединение происходит под надзором Кришны. Это удивительно. Нас в иллюзии поместил Кришна. А, просто Кришна показывает. Как-то он поучаствовал в этом. Мы обычно думаем, что Бог, мы сами. Нет, он нас поместил. Под его надзором это произошло, это событие. Он это сделал. И научившись мыслить философски, мы концентрируемся именно на том, кто является причиной нашей обусловленности. Кто это сделал? Только тогда можно от нее избавиться. Только в этом случае, увидев изначальную причину. Иначе мы будем просто стараться заставить материю действовать по выдуманным нами правилам, по выдуманным нами законам каким-то. Что мы... Здесь такая песня «Столько лет я спорил с судьбой». Такая фраза из Ивана Васильевича «Меняет профессию». «Столько лет я спорил с судьбой». Ну да, вот мы все время спорим, что-то доказываем материи. Прабхупада сравнивал это с тем, как трепыхается муха в паутине. Но паук как раз этого и ждет. Чем больше ты трепыхаешь, тем быстрее ты закрутишься. Видели, да, как мух попадает в паутину? Он попадает туда, и паук просто выглядывает. Что дальше? И ухо начинает, я сейчас вырвусь. Он просто смотрит, он не атакует, не пытается ее победить. Он знает, все, она сделала все правильно. Она запутывается так, что уже не может двигаться. И даже в это время паук ее не атакует. Он иногда подползает, тыкает. И отползает. Я подожду. И когда он уже совсем слаб, он ее ест. Так мы тоже боремся с материальной энергией, боремся, боремся, боремся и умираем. Так и не победив, так и никому ничего не доказав, так и не избавившись от зависти, от старости, от болезни, от смерти, от всех этих вещей. Способность концентрироваться на главном – это, скажем так, главный, самый важный дар ведической философии. Потому что если главное в центре, Все остальное автоматически оказывается на своих местах. Автоматически. Если вы понимаете, что в жизни самое главное, к чему все привязывать в своей жизни, вокруг чего все должно крутиться, то есть где солнце моей жизни, вокруг которого должны крутиться все остальные планеты, тогда у вас получается солнечная система, и все работает как часы. Все работает хорошо. Если это не найдено, нет якоря, нет точки, к которой все привязано, от вас все будет разлетаться. Что мы никогда не можем быть центральной точкой. Как бы вам муж ни говорил, что ты самое главное, вы должны иметь философское понимание. Это абсолютно не так. И то же самое, как бы жена нам ни говорила. Не-не-не, Кришна самый главный. Оп, центр. Я-то здесь при чем вообще? Я маленький, скоро умру вообще.
Я, может быть, даже 200 килограмм не смогу поднять. Какой же я самый главный? Прабхупада спросили, а может Бог создать камень, который сам не может поднять? Прабхупада говорит, может, но тут же его поднимет. Прабхупада был такое философское чувство юмора. Именно поэтому философия – самая важная наука, потому что философия позволяет все ставить на свои места. И она говорит о том, что для нас важно всегда и везде, независимо от того, в каком мы теле, какой у нас возраст, кем мы работаем. Философия отвечает на те вопросы, которые важны всегда, абсолютно всегда и везде. То есть это вечная наука, по большому счету. И понятно, что чем глубже наше понимание философии, духовного знания, тем стабильнее будет наше сознание. Тем лучше мы будем понимать фокусы майи, соответственно. И есть еще одна очень важная ловушка. Нет, о ней не буду рассказывать. Она для другой аудитории. Она для другой аудитории. Окей, может быть, какие-то вопросы у вас есть, пожалуйста. А у нас Бог там сидит. А ты с кем будешь есть просадку? Я чувствую, что это сладкое. Спасибо огромное за эту лекцию. Скажите, пожалуйста, вот в самом начале было замечательные примеры с кинотеатром. А можно ли вот эту технологию использовать для освещения? Вот не просто включать свет, а вот заменить кино. То есть, причем я в буквальном смысле говорю, пускай вот люди ходят по-прежнему в кинотеатры, но если вдруг в кинотеатрах начнется что-то, что им будет рассказывать в мире за пределами этого кинотеатра, да, то есть сработает ли это, можно так делать? Сработает, конечно. Просто нужно быть профессионалом в этом и делать качественные вещи. Да, это будет работать. Люди любят качественные вещи. Очень любят. Ленин, да, говорил, что для нас важнейшим искусством является кино. То есть он еще в то время понял этот момент, что видеоконтент – это будущее. Это было больше 100 лет назад. То он практически гений был. Видеоконтент сейчас даже картинки вытесняют, ну, потому что он для всех доступен сейчас. Сейчас любой может включить себе видео на смартфоне. В метро спускается. Сейчас у нас метро даже на моей ветке, по крайней мере, есть Wi-Fi. Но других не видел еще, кстати. Он на моей фиолетовой есть. Ага. Причем неплохой. Если вы можете это сделать качественно и вложить туда очень хорошее послание, почему нет? Это называется юктовая радио. Вы берете фокус и показываете суть с помощью этого фокуса. Да, это хорошая вещь очень. Это важно, чтобы преданные становились профессионалами в какой-то сфере и умели профессионально доносить философские моменты какие-то. Это очень важно. Я просто в этом не силен, я бы тоже это делал. Я какие-то видео записываю, но в целом я не очень силен в чем-то таком вот кинематографе. Если кто-то может это делать, то будет здорово. Ну, просто видео — это бюджет и так далее. Лекции дешевле прочитать. Поэтому я в этом специализируюсь. Вообще идея хорошая. Идея очень хорошая. Сняли же этот сериал, да? Абхай Чаран. Но Абхай Чаран какой-то очень затянутый. Как-то динамичнее точно. Ну, мое мнение. Но тем не менее, это очень хорошая вещь. Сейчас тема Хабаровского. Я регулярно провожу прямые эфиры у себя там в соцсетях. И люди про Бхагавад-гиту не слышали, а Махабхарату смотрят. Да, смотрят. Про Кришну знают все, знакомы уже. То есть кто-то это снял, и хорошее дело. Рамаяна тоже смотрят. Много чего еще смотрят, но тем не менее. Если мы качественно это сделаем, то это будет очень полезно для проповеди, хорошо. Угу. Да? Хари Кришна, спасибо за лекцию. В Бхагавад-гите говорится, душа не убивает. Как она действует в материальном
За счет чего она использует материальное тело? Никак она не действует материальным телом. Никак. Вот кто гвозди забивает? Молоток. Вообще ни при чем. Вы даже не знаете, как это делаете. Вот какую мышцу вы напрягли и расслабили? Вы слышали про потенциал покоя, потенциал действия? Это вы слышали, а вы? Как вы до сих пор руками-то двигаете? Как двигает, он там... А вы как? Никак в этом мире душа не действует. Мы просто хотим чего-то. Хочу пойти. То есть тело — это тот самый летающий корабль, который фантаст описывает, который действует по воле мыслей, да? Это тело. Но тут огромная проблема, помимо нашего желания, есть еще и наша карма. Поэтому некоторые люди хотят пойти, но не могут. Нет, нечем. По карме не положено идти, например. Поэтому душа вообще никак. Это только Бхагавад-гита описывает. Душа не действует в этом мире. В том смысле, что мы ничего не делаем здесь. Это не я руками машу. Я просто хочу. Все это выполняет материальная энергия под присмотром Кришны. Его законы включаются здесь и так далее. Я просто хочу это делать. Что имеете в виду? Естественно, я никого не могу убить, соответственно. Я лишь могу хотеть кого-то убить. За это я получаю карму. Я хочу, вот. Материальная природа исполнила твое желание. Твое желание. Получи результат. Такой обучающий такой процесс. Виртуальный, знаете. Но, грубо говоря, с точки зрения философии, живое существо никогда по-настоящему с материей не соприкасается. Мы совершенно из разных вообще миров, в принципе. Мы анимируем материю, но мы не часть материи. Благодаря нам она просто такая, кажется, живая. Но в действительности мы ничего не делаем. Поэтому мы не убиваем никого. И нас никто не убивает. Ну, философски. Так-то понять это трудно, естественно. Тут на ногу наступили, да, где-нибудь обозвали где-нибудь. В соцсетях уже не спишь неделю. Мучишься. Не поздоровались, уже сидишь и все. Что ж такое, это враг уже, все. Надо уметь философски мыслить. Не знаю, ответил или не ответил. Да, пожалуйста. Хари Кришна. Возвращаясь к аналогии с кино, когда человек вот разочаровался, он понял, что это неинтересно, что там три лампочки, по каким причинам он все же опять склонен вернуться к просмотру фильмов, например, ну, по этой аналогии. То есть он понял уже, что это иллюзия, какой-то свет ему открыли, и тяжело сразу вот выйти из этого. Я думаю, причина в том, что он не готов по-настоящему изменить свою жизнь. Ну ладно, плохое кино, ну попкорн хотя бы есть. А так, на половине фильмов люди сидят. Хотя бы попкорн есть хотя бы. Понятно, что какая-то лабуда, но хотя бы сидишь, грязешь, конечно. Есть какие-то вспомогательные. Означает, он не разочаровался. Разочарование должно быть очень глубоким, глубокое в материи. Очень глубокое. То есть реально это жвачка. Ну почему я должен жевать ее снова? Неужели нет другого вкуса какого-то? Если человек так разочаровался, вот однозначно, на самом деле все так или иначе соприкасаются с определенной регулярностью с духовным знанием, абсолютно все, так Кришна устроил. Всем раз в месяц или книжку предложат, или он харинам, ну что ему интересно, что-нибудь еще такое будет. Все, абсолютно. Но тем не менее, ну, самые неудачливые, да, живу где-нибудь на Северном полюсе, там кроме пингвинов нет никого. Но тем не менее, вот я вижу, так или иначе, все соприкасаются с чем-то таким. Просто вот, не готов человек изменить по-настоящему жизнь. Это реально революцию нужно произвести. Это то, как описывает эту ситуацию первая песня Бхагавата. Бхагаватам эта книга призванная совершить революцию в сознании жителей Кали-юги. Революцию. То есть не просто чуть-чуть жизнь изменить. Кантималы надеть, да, на себя. Мясо перестать есть. Большое достижение — мясо перестать есть. Ну что за бред вообще? Прабхупада вообще был против того, чтобы нас называли вегетарианцами. Мы кришнаиты. Кришна сказал не есть мясо, поэтому мы не едим мясо. Мы не вегетарианцы. Мы круче. То есть сейчас же есть эта идея, да, что есть вегетарианцы. А, есть мясоеды, но не прям, ну, фу. Ну, это
это низ, дно. Есть вегетарианцы, ну они, да, вот уже, ну как-то это. Есть эти, кто-то? Веганы. Ну это уже, да, такие уже прям. Есть фрукторианцы, но это совсем, это уже прям, ну... Вот это крут просто, все. И есть какие-то праноеды, но это... Недавно одну праноедку поймали, что она в кафешке сидела. Странные люди чего-то там. Ну такая праноедка была тут. Хорошо. Веды вообще эту идею не поддерживают. Крут, не крут. Ну, мы предлагаем Кришне. Вот что круто. Мы едим то, что Бог нам дал. Мы ему предложили. У нас с Богом любовь. Вообще не праноеды, не эти, не сокоеды, не фруктоеды. Мы кришнаиды. Все, вот человеку иногда бывает очень трудно сделать этот шаг. Реально это изменить жизнь. Сознание подвинуть. Поэтому иногда я вижу, да, человек на какое-то время меняет что-то внешнее, и потом опять скатывается к фокусу, к сожалению. Потому что сознание не повернулось по-настоящему. Что-то еще? Может? На Камчатке? Кому-то передать? Здесь написано, расскажите, пожалуйста, про Вамана Дева. Ну это... А какая ловушка? Что какая ловушка? Предупрежден, значит вооружен. Вы сказали, есть еще одна ловушка. А, это для другой аудитории у меня. В смысле? Для другой аудитории. А что, если я ошибку на ошибке делаю, а вы тут ловушки от меня скрываете? Самое важное, чтобы вы всегда находились... в контакте с кем-то из зрелых преданных. Тогда вас поправят. А что за аудитория? Не кришнаитская аудитория. Я эту гиту читаю также для простых людей. Поменьше терминов, но послание то же самое. Вот оставлю вам крючочек, чтобы помучились. Подумайте сами. Да? Что-то еще? Есть у нас немножко времени. Чуть-чуть. Веданта Крейдсу, благодарю за лекцию. Вы сказали насчет предназначения, насчет философии. И мне хотелось бы узнать, есть ли знания, которые человеку рассказывают о его дхарме, то, чтобы он понимал, к чему стремиться и понимал свои цели. Потому что он видит высокую цель. Но он к ней идет, оступается, падает, карма его тянет назад. А так, по крайней мере, он бы, зная вот эти гуны природы, понемножку вышел бы. И, зная свою дхарму, лучше бы исполнил свой долг самолично. Прекрасный вопрос. Этот момент, что человек не знает своей дхармы, да, и стремится к чему-то слишком для себя высокому, означает, что человек... Ему или не дали философию, или он сам не понял, не захотел понять. Еще раз, философия вед так построена, что она отвечает на три вопроса. Да? Кто я? В санскрите самбандха. Зачем я? Какова цель? Это прайоджана. И что делать в связи с этим? То есть как действовать? Это абхидея. И смысл заключается в том, что ответы на эти вопросы вы должны понять прямо сейчас. Кто вы прямо сейчас? Как и ваша цель прямо сейчас? Не там где-то в духовном мире. Вы можете поехать в Вриндаван, вам быстро расскажут, кто вы там в духовном мире. А, блин. Я таких видел. А вы повторны. Вот у нас и мантра павлинья. Сидим, повторяем. Потом через годик смотрит, женой развелся как-то, он новую завел павлинику себе. То есть явно человек в полной мае находится. Но павлин. Я уже все, у меня цель. То есть то, что ему дали, не соответствует реальности его. Прупада пишет в Бхагаватам, что одна из задач духовного учителя, здесь не имеется в виду только дикшагуру. Имеется в виду тот, кто для нас старший, тот, кто дает нам наставления.
Его задача в том, чтобы понять нашу обусловленность и занять нас в служении в соответствии с той обусловленностью, которая есть у нас прямо сейчас. Чтобы мы сейчас были плодотворно заняты служением. Не так, что вы приходите и вам говорят, просто отрекись, просто повторяй мантру, просто что-то еще делай. Это не работает. Это означает, вас обманули. Вам не дали философию. Реальную. Вам не дали философию как оружие в борьбе с майей. Оружие в борьбе с иллюзией, в борьбе с невежеством. Вам, если у вас какой-то есть, какая-то проблема сейчас, вам должны сказать, вот этот стих из Бхагавад-гиты говорит о твоей проблеме. Смотри, вот и вот, вот так его нужно понять. Вот так его нужно сейчас применить. И вы будете получать это определенный проеджан ежедневно. Каждый вечер вы должны быть ближе к Кришне. Чувствуй, что я приблизился к Кришне сегодня. Вот это проеджана каждого дня. Когда, если нас учат, что ну вот когда-то, скоро, лет через 40 ты придешь к Кришне, это неправильно. То есть я понимаю, что Махараджа Парикшит, например, 7 дней у него было. Тут да. Все, царство бросил, все, сиди, слушай. Ну что точно, 7 дней. Вот, вот бабки не ходи, что называется. Потому что проклятый. Очень могущественный браман проклятый. Все будет работать. И он даже не был против этого проклятия, принял его. И все же так что-то идет, уже даже известно, как это все будет. Уже была известна мухурта, когда его сожгут. Да-да-да, мы не знаем это. И когда я присоединился к движению, мне было 14 лет. И мне говорили, что вот, надо просто Кришне, просто мантру повторять, жить как-то. А деньги как зарабатывать, а жену как поддерживать. А в Индию как ездить вообще, в конце концов. А там же надо садик хоть и покупать. Это означает, что нам не дали философию. Не дали. Старшие должны давать философию. Старшие должны отвечать на проблему младших здесь и сейчас. В соответствии с шастрами. Это их квалификация. Иначе он не старший. Он должен уметь это делать. Зная этого человека, зная его обусловленность, зная его какие-то эти моменты, да, определенные, он должен дать ему именно этот момент. Вот, то, что сейчас будет работать, но на основе шастры. То есть вещи, которые мы получаем от учителя, должны быть возвышенными, простыми и применимыми здесь и сейчас. Очень простой принцип. Иначе человек сам не знает. Как-то история, один преданный ушел из движения. Серьезно преданный, какой-то лидер в определенном месте. И пара созвалась, наш преданный, говорит, в чем дело, почему ушел? Ну вот майя всего пропал. Я знаю, что майя, что конкретно? Что конкретно? Вы хоть мозги включите, что конкретно-то? Почему он ушел-то? Давайте обсудим это. Иногда и живем этой духовной жизнью лозунгами. Майя. Кришна. Для многих преданных я сейчас не как преданный даже люблю. Не бритый какой-то, шитки нет. Он вообще преданный или нет? Кантимал вообще стрелял. Странный человек. Ну, прикрыл злобным. Лысый, все, вот это да. Вот ему пак вперед вообще. А если шитка сзади, ну все, чистый преданный. 100%. Ух. Нельзя жить духовной жизнью, как лозунгами. Если ты проснулся, жена злая, денег нет, пожертвовать нечего, да, в храм. Это твоя дарма как греха, как семейного человека. И вообще жены нет. Нужна она, не нужна, непонятно. А тебе лозунги. Давай к Кришне. Мне частенько, а я вообще иду к Кришне? Частенько спрашиваю. А я иду к Кришне? Нет. Не чувствуете иногда. Сижу, повторяю, приближаюсь, не приближаюсь. А к концу дня вы должны это чувствовать. Что проеджана дня достигнута. Проеджана дня достигнута. Но, с другой стороны, это также не... Это также ваша проблема. То есть вы сами тоже должны размышлять о своей даре. И тогда вы сможете задавать хороший вопрос. Знаете, есть такая поговорка. Каков вопрос, каков ответ. Иногда вопрос такие, прям, что... Но ответить можно только анекдотами. Вопрос должен быть из живого ума, из ума, который вот, работает, которому нужно просто вот смазку добавить, вот, какую-то шестереночку вкрутить, и он поймет этот ответ сам, то есть будет действовать этим вопросом.
Еще одна проблема современного мира в том, что Прабхупада пишет в одном комментарии, когда артха доступна без дармы, дарму никто не хочет совершать. Сейчас так общество строится, дарму нужно убрать как можно дальше. Религию втюхивают, но религия это не дарма. Религия это просто способ контроля людей, зачастую. Вот опиум для народа часто. Это религия. Прабхупада не давал религию. Он снова и снова говорит, я даю философию. Так же, как и про Господа Чайтанью Прабхупада говорил, он не давал религию. Он давал санатана дарму, вечный долг, он сказал вечную природу живого существа. Религия разъединяет людей, это опасная вещь, на самом деле. Если в религии нет философии, это оружие. Люди погружаются в неверство из-за религии. Вот недавно в Петербурге умер ребенок, потому что родители не лечили его от СПИДа. Потому что им священник сказал, что СПИДа не существует. Мне прислали эту новость и прислали видео этого священника. Популярный священник очень, московский, очень популярный. И только с таким умным видом, ВИЧ не существует, это выдумки, и мы вот нам все показали на какой-то конференции. А тут раз и умер ребенок. Они его не лечили специально. Потому что этого нет. Мы молитвами. Оказывается, антибиотики нужны, а не молитвы. Оказывается, не везде молитвы работают. Антибиотики надо лучше. То же самое, как Прабхупада по поводу аюрведы говорил. Он говорит, и лечитесь тем, что работает. Если работают таблетки, пейте таблетки. Если чавампраш работает, ешьте чавампраш. Слава Богу, чавампраш уже отходит. Я помню, лет 10 назад, вот все, он в каждом холодильнике был. Я ездил по стране, и я с собой не брал чавампраш, потому что в холодильнике был. В ассортименте, что называется. И все фирмы были лучшие. В одном городе Дабур, Веда вообще нельзя. В другом городе, да, этот Занда, это ужас какой-то. Вот Дабур только хороший. Поэтому вы сами тоже должны работать над этим. Также ежедневно должны изучать шастры, чтобы у вас были острые вопросы. И с этим вопросом идете к старшему, к гуру. И с ним уже проясняете, в обсуждении с ним проясняете эту ситуацию. Тогда вы будете прогрессировать. Потому что дарма может меняться. Вот человек был брамачари, у него одна дарма. Дарма брамачари не общаться с женщинами. И дарма брамачари не зарабатывать деньги. Для брамачари зарабатывать деньги и копить – это грех. Он идет в ад за это. Если у брамачари свои деньги, свой кошелечек, свои деньги. Даже если ему жертвуют, этикет говорит, он должен отнести это руководству храма, руководству ашрама. Вот мне пожертвовали, но я же брамачари. Даже если мы пожертвовали на поездку в Индию, вот тебе конкретно, вот он относит, говорит, вот мне на поездку в Индию пожертвовали, вы тут, ну, вы же старше. Это дарма брамачари. Дарма грехастки совершенно другая. Если грехастка не зарабатывает, он идет в ад, говорится. Для него не зарабатывать это грех. Но он же сидит, у него мантра и так далее. Он не исполняет свою дарму в этом случае. Дарма зависит от времени, места и обстоятельств очень сильно. Поменялось время, поменялись обстоятельства, место, где вы находитесь, в котором вы находитесь, сменилась ситуация. Прабхупада был в этом плане очень чуткий. Он не принес индуизм. Мы стараемся иногда индуизм сделать. Мы в Индию ездим и привозим оттуда все индийское. Мы стараемся это делать иногда. Прабхупада не привез индуизм. Но он привез философию. Хорошо, что его книги остались, и мы тоже потихонечку от индуизма избавляемся в голове. Потихонечку. И становимся вайшнавами. То есть вайшнавы можно быть где угодно. Не только лысым. Вайшнавское определенное состояние сознания. Но мы должны также прикладывать к этой себе. То есть, с одной стороны, вы должны изучать шастры всегда, регулярно. Тогда у вас будут вопросы. Или и вы сможете своему уму проповедовать. Стой, дорогой ум, вот шастра, вот шлока из Бхагавадгиты, что ты делаешь? Нельзя этого делать. Если что-то непонятно, спрашивайте у старшего гуру. Он какие-то вещи прояснит. Да, что-то еще? Разрешите еще один? Да. В Ведах говорится, что
выполняя свои обязанности, мы удовлетворяем Кришну. А в Шримад-Бхагаватам говорится, что если у нас не развивается слушание Верховной Личности Бога, то все обязанности бесполезны. Не слушаясь, не развивается привязанность. Да. Бхагавад-гита говорит об этом. Кришна говорит Бхагавад-гите. Исполняя свой долг, таким образом служишь мне. Или Прабхупада цитирует Вишну Пурану. Варнашама чаравата курушена пурахума. То есть варнашама — это один из способов служения. Вишну арабите панха — один из способов служения Вишну. Но очевидно, если вы не смачиваете, да, или не пропитываете свою деятельность духом преданности Богу, какой смысл вашей обязанности? Зачем вы их делаете? Вы просто батарейка? Продолжаете материальное существование? Поэтому это бессмысленно. Какой плод вы получите? Да, вы очень хорошо исполнили свои материальные обязанности. Какой плод вы получите? Деньги. Они вечные? Нет. И по большому счету вы ничего не получите. Что-то к вам пришло, вы вынуждены это будете потерять. Молодость, жену, мужа, детей — вы все потеряете. По крайней мере, люди умирают. Если уж не разводятся. Уходит все. Все, что вы достигаете кровью и потом, просто время заберет. И вы не сможете это удержать. Но если вы пропитываете эту временную деятельность духом преданного служения, вы, по крайней мере, вы потеряете это все, да. Но у вас останется вечный плод. Плод бхакти. Вы будете старым, больным, беззубым бхактой. В экстазе будете лежать: Кришна, наконец-то я к тебе пойду. Вот это я приобрел. Вот это приобрел. Поэтому шастры как бы критикуют, да, варнашаму иногда. Именно в этом смысле. Если варнашама не пропитана духом бхакти, тогда она бесполезна. Другой момент заключается в том, что мы обусловлены материальной природой. Поэтому иногда нам трудно быть бхактами, не учитывая материальную природу. То есть я это вижу снова и снова, что... Человек говорит: а я просто преданный. Нет, ты обезьяна еще. Очень трудно обезьяне заниматься преданным служением. Да, я свои полтора часа джапу вычитываю утром, а потом веду себя как животное. Так частенько бывает, не как человек. С точки зрения вед, опять же, культурный, да, джентльмен Прабхупада говорил. Преданные разводятся, сходятся опять, что-то там у них происходит, кидают друг друга. Это обезьяне бизнес. Это жизнь обезьяны. Ну и что, что ты читаешь свою мантру утром, а потом идешь себе как обезьяна? Какой здесь духовный прогресс у тебя будет? Поэтому шастры говорят, нужно вести себя как человек. Человеку легче прогрессировать духовно. Он не совершает тех поступков, которые служат его деградации, причиной деградации. Нам рекомендуется поэтому и то использовать. Исполнять свои обязанности в духе преданного служения. Поэтому Прабхупада, если вы возьмете Бхагавад-гиту, он очень часто... Карма-йога и бхакти-йога, между ними знак равенства стоит. Замечали это? Да? Бхакти-йога, поэтому карма-йога — это бхакти-йога. То есть, грубо говоря, все-таки это не то. То есть карма-йога — это не чистая бхакти. Но Прабхупада так его описывает, что ты можешь быть преданным и заниматься, исполнять свои обязанности для удовлетворения. И что это бхакти. То есть просто используешь свою природу служения Кришне — это бхакти. Это уже не ритуализм какой-то. То есть нужно серединку найти. Окей. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Шримад Прабхупада ки джай. Джай Гоу Примананды. Давайте поблагодарим Ведаванта Крита Прабху.